Да, на мой взгляд, существует. Дело в том, что из всех миллионов наблюдений, которые существуют в мире в это время, можно даже перечислить, больше нескольких миллионов наблюдателей, которые видели НЛО в полете, около 1000 людей, наблюдателей, видели, когда объекты садились на Землю, то есть в момент приземления, и что-нибудь около более 300 человек видели НЛО-нафтов как живых существ, вот видели в натуре. Из этого перечня на мою долю приходится то, что я видел 3 раза НЛО в полете, был на посадке в трех местах посадки объектов с исследованием образцов из этих мест в лабораторных условиях и в полевых условиях. И один раз я видел лично гуманоида живого, вот как вас мы встречались глазами. Правда, мы не разговаривали, только встретились взглядом. И его лицо я вижу даже сейчас. Опишите немножко его. Могу описать. Он выглядел, по моим представлениям, это произошло в 1933 году, когда мне было 7 лет. Выглядит он очень интересно в том смысле, что, как я его представляю. Он мне казался в то время в возрасте лет 80. Небольшого роста, среднего роста, ну, порядка метра 50-160 сантиметров. И что меня удивило, все лицо его было испещрено морщинами. И голова больше, чем человеческая, раза в полтора. Соответственно, все черты лица были крупнее и уши крупнее. Самое главное, что я заметил, обратил внимание, что уши несколько строение другое, чем у людей. Вот эти места острее, вот эти места шире и острее, вот эти места. А взгляд был бесстрастный и проницательный. Мы встретились взглядами, и я понял, что это не человек, а что это такое, ответить не знал, что ответить. Мы так взглядами обменялись, в секунд 10 безмолвно, и я убежал. А когда вернулся, уже никого не было. Вот самое интересное, что, как мне показалось, он был без одежды. И на теле, тело такое же по цвету, как у человека, и ни единой морщинки на теле. Потом, когда я стал читать, оказывается, что у них бывает комбинезон без единой морщины и полностью обтягивает все тело. Вот я сейчас не могу ответить, что это комбинезон или он был действительно без одежды. Потому что он ко мне был боком, вот так, а лицо повернул ко мне вот так. И я не видел атрибутов мужских или женских. Мне просто не было видно, поэтому я не могу ответить, был он совсем обнаженный, без одежды, или он был в такой облегающем комбинезоне. Это я не знаю. Но главное для меня, я запомнил лицо. И как я сейчас понял, может, это я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что он мне дал какую-то программу, даже чуть ли не код. Это я не могу. Но мне так кажется сейчас. И во всяком случае, может быть, я не случайно пришел к тому, что уже более половины жизни занимаюсь вот этими непонятными, аномальными явлениями. Начиная с 59 года, с Тунгусской проблемы. И до сих пор непрерывно занимаются этими вещами. На ваш взгляд, что такое НЛО? Что такое НЛО? На этот вопрос ответить непросто. И этот вопрос не имеет однозначного ответа. Дело в том, что разные люди понимают под этим явлением разные явления. Некоторые хотят видеть, что просто аномальные явления, все, которые существуют в природе. В том числе и шаровая молния – это аномальное явление, и другие проявления, непонятные свечения и так далее. Это одна сторона. Более конкретно, часть людей и ученых, которые понимают под НЛО, как именно в буквальном смысле, неопознанные летающие объекты, которые имеют определенную форму,
структуру, скорость полета и другие технические параметры, и которые эти объекты именно приземляются, садятся на землю и улетают. Вот я понимаю подлинно в этом смысле. Именно их я и видел в полете, видел гуманоида живого и обследовал места посадок этих объектов. И с этой точки зрения, вот если это так понимать, то они действительно существуют, потому что есть достаточно материала не только наблюдательного характера, то есть эмпирического, но и научного, который исследовался в лабораториях. То есть изучались образцы с места посадки, в том числе и в нашей лаборатории. На местах посадки меняется ход часов, меняется частота генератора, и кварцевого генератора, и струнного генератора, и меняется упругость пружины, то есть меняется модуль Юнга, если говорить на техническом языке. А если меняется модуль Юнга, то меняется частота колебаний механических часов, частота колебаний кварцевого генератора, частота колебаний струнного генератора и так далее. То есть меняется под действием вот этих излучений, которые происходят на месте посадки, под действием НЛО, меняются физические параметры наших веществ. Например, вот как объяснить свечение, ауру около человека? Это объясняется таким образом, можно объяснить таким образом, что меняется коэффициент рассеяния под действием биополя, меняется коэффициент рассеяния воздуха окружающего. И за счет увеличения коэффициента рассеяния здесь возникает дополнительное свечение, рассеянное излучение. Не прямого, что это не есть излучение головы, а это дополнительное рассеяние уже существует света вокруг головы. И мы и наблюдаем вот это свечение. И этот ореол, вот он, ореол наблюдался тысячелетиями, и это свечение вот приписывают ликам святых Иисусу Христу. Вот с точки зрения физики можно объяснить именно этим, что свечение воздуха вокруг головы людей с сильным биополем. Скажите, ваше мнение. Существует ли между ними, землянами, какого-либо рода взаимодействия? В чем смысл этого взаимодействия? Почему они здесь? Этот вопрос относится уже больше космической психологии, если так можно назвать. Это выходит за рамки человеческой психологии. Мы должны ответить на вопрос за них, почему они здесь. Мы можем делать только предположение. Поэтому точного мнения или научно обоснованного мнения на этот вопрос ответить нельзя. Сказать нельзя. Можно только в предположительном форме разговаривать на эту тему. Во-первых, что интересно, здесь нужно отметить, что из бесконечности Вселенной следует, что существуют разумные миры не только на Земле, но и в других местах Вселенной. А из бесконечности жизни Вселенной во времени следует, что зарождаются цивилизации в разных местах Вселенной не одновременно, а в разное время. Одни цивилизации только зарождаются, а другие умирают. И поэтому разные цивилизации находятся на разных уровнях развития. А можем мы с вами сказать так, не умирают, а переходят на иной уровень развития? Можно так назвать. Поскольку мы говорим с нашей точки зрения философской, что все рождается и умирает, поэтому я и применил это слово «умирают». Но с точки зрения космической, которая вам уже доступна, вы понимаете, что они не погибают, они не умирают, они просто переходят на другой уровень бытия. Причем даже без того, что они оставляют тело. Если мы с первой ступени гуманоидной формы переходим на вторую через смерть, то уже со второй на третью не умирают. Это уже вопрос несколько другой. Давайте мы... Это более глубокий и высокий предмет разговора. Мы давайте остановимся пока сначала на технической стороне явления НЛО, с которой я и пытаюсь... именно с этой точки зрения, которая нам, как людям, более понятна с точки зрения нашей технологии, так, и наших знаний. Сначала с этого мы будем, а потом уже можно задавать вопросы более глубокого характера. Так вот, цивилизации зарождаются и развиваются, и находятся на разных уровнях развития. Есть цивилизации, которые
находится на низшем уровне развития, чем мы, люди. Есть цивилизации, которые находятся на более высокой ступени развития. И вот они-то к нам и летают. Не мы к ним прилетели, а они к нам прилетели. Стало быть, они находятся на более высоком уровне, чем мы. Теперь, по-видимому, можно рассуждать так, что они не вмешиваются в наши дела. Потому что если они будут вмешиваться, тогда это уже нет естественного развития человеческой цивилизации. Она уже будет происходить с каким-то вмешательством извне. И только в критические моменты, когда цивилизация Земли была бы, допустим, на грани уничтожения, тогда, может быть, они вмешаются, чтобы сохранить цивилизацию. Только в этом случае они будут. А так они не должны вмешиваться. Ведь будем говорить так, что, по-видимому, они обладают новой энергетикой, чем земляне, если они достигли более высокого уровня. А что значит внедрение? Если они прилетят и скажут, вот мы, тогда они должны дать нам новую энергетику. А всякое внедрение новой энергетики – это сразу скачок в развитии цивилизации. Возьмем применение пара – это скачок, применение электричества – это скачок, ядерная энергия – это скачок, новый вид энергии, каждый новый вид энергии – это скачок в развитии, причем резкий скачок в развитии цивилизации. Так если они дадут нам энергию, это будет скачок. Тогда это вмешательство прямое, причем очень сильное вмешательство. А может, мы еще до этого не созрели. Поэтому они не могут сейчас вмешиваться в наши дела. Мы еще не созрели до уровня, до перехода к новой технологии, к новой энергетике, а это значит и к новому ступени развития цивилизации. Ваше отношение к тому, что люди иногда говорят о том, что мы якобы являемся, у них подобными кроликами? Я думаю, что это неверно. Иногда сравнивают так, что вот мы изучаем муравьев, и люди изучают муравьев. Вот, мол, они изучают людей, как мы, муравьев, более низкого развития. Здесь нужно сказать таким образом, что если они находятся на более высокой ступени развития, а это значит их не только в технологическом уровне, техническом, но и в психологическом, в нравственном отношении, я думаю, что они не позволили бы относиться к людям так, как люди относятся к муравьям. Другое дело, что исследовать надо. Мы ведь можем изучать, не унижая. Изучать надо. Если они прилетели, то не просто так. Прилетели, посмотрели, улетели. Конечно, им хочется нас изучить. И они, безусловно, изучают. Но не унижая нашего достоинства, человеческого достоинства. Потому что они выше нас. Они не должны так поступать. На самом деле, там, конечно, безусловно, есть. Я почему такой вопрос задаю? Потому что люди очень часто реагируют на разговор подобного рода таким образом, что их исчезнут подобных роликов, но безусловно, это не так. И именно поэтому вот подобный вопрос прозвучал в ваш адрес. Вы, будучи ученым на своем уровне, сказали и подтвердили, что это не так. Да, я думаю, что это не так. По крайней мере, я не ощутил. Встречаясь с гуманоидом, я не ощутил унижения. А наоборот. Думаю, что наоборот. Он этот взгляд мне что-то дал. Насколько переход на осознанное приятие и взаимодействие с ними может быть полезно для нашей цивилизации? Если мы принимаем, что они находятся на более высоком уровне, то, безусловно, контакт с ними принесет пользу, огромную пользу людям. Хотя бы даже так, что если они обладают более, какой-то другой, более совершенной энергией, то внедрение этой энергии произведет большие изменения в развитии человеческой цивилизации в лучшую сторону. Потому что каждый вид энергии, он более высокий по своему уровню развития, чем предыдущий. А ясно, что они обладают другой энергетикой, которой мы еще не обладаем. Поэтому они могут нам принести только пользу. Если бы они хотели принести вред, они бы его давно принесли. Ведь они наблюдают за нами тысячелетия. Насколько существует человеческая цивилизация, всегда эти явления наблюдались, аномальные явления. То есть,
даже начиная с библейских времен. Даже в Библии ведь есть случай наблюдения вот такого объекта. Это известное показание пророка Иезекииля. Там точно описывается НЛО. И это все признают. Это уже нельзя выбросить, это написано в Библии. Как вы думаете, вот это следующая ступень, с которой человек начнет свое восхождение, оно будет связано с тем, что, коротко назвав их инопланетянами, они человеку все-таки передадут какую-то технологию, если это воспользуется, или все-таки человек должен будет пройти свой собственный, неповторимый, опытный путь развития? Вот исходя из той истории взаимоотношений, будем так говорить, человека и НЛО на протяжении тысячи лет, они не посвятили человека в свои знания. Так? Поэтому нельзя, наверное, предполагать, что если тысячи лет прошло без всяких изменений, то вот какие-то в ближайшие годы что-то существенно изменится. Но может и быть так, что если они сочтут нужным, чтобы наступило время им вмешаться, и они передадут эту энергию, тогда будет большая польза. Даже, может быть, они обладают методом сохранения озонного слоя. Уже это является фактически вопросом жизни и смерти Земли, как живой планеты. Я думаю, что, вернее, у нас сложилось впечатление, я имею в виду в нашей лаборатории. Вот несколько слов, может быть, сказать о нашей лаборатории, чем мы занимаемся. Хорошо. А то будет неясно, почему вот так неясно, на каком основании я все это говорю. Дело в том, что у нас организована уникальная лаборатория, которую я без привлечения могу сказать, что другой такой лаборатории не существует не только в нашей стране, но и во всем мире. Там у нас получен уникальный результат, разработана интересная методика, я несколько слов скажу. Так вот, в нашей лаборатории мы изучаем такие явления. И она у нас официальная, я еще могу сказать, что наша лаборатория утверждена на Тверском обществе ученых Академии наук России. Теперь у нас лаборатория организована при Тверском государственном университете, так и называется лаборатория биополя, а здесь лаборатория аномальных явлений. Далее, при нашем институте, научно-исследовательском институте геофизики, организована лаборатория биолокации. И в конечном итоге у нас имеется лаборатория по астрологии даже. Вот. И все эти лаборатории существуют на общественных началах. То есть мы работаем без зарплаты, на энтузиазме. Как это? Правда, по инерции еще из прошлых лет, на энтузиазме. Но сейчас уже работать на энтузиазме все труднее и труднее. Это все понимают. Но мы продолжаем работу. Так вот, о результатах. У нас создана, я уже говорю, методика и тестовый прибор для количественной характеристики человека, его чувствительности к биолокации, к биолокационному эффекту, его количественное определение его интуитивных знаний, то есть способности к интуитивному мышлению. Далее, с помощью этой методики мы можем определить истинность эзотерических знаний. До сих пор такой методики не существует. Потому что эзотерические знания пришли на уровне веры. Хочешь верь, хочешь не верь. Но наступил момент, когда мы должны знать, что истина, а что не истина. Это имеет большое значение. Теперь, у нас получено экспериментальное доказательство того, что существует во Вселенной космический разум вне сознания человека.
из которого мы получаем информацию на интуитивном уровне. Это не просто слова, а это уже имеется лабораторное исследование на эту тему и научные доказательства с помощью научных экспериментов. Поэтому я говорю, что наша лаборатория является уникальной масштаба Земли, а не просто нашей страны. Так вот, с этой точки, основываясь на результатах этой лаборатории, и я могу говорить уже вполне определенно и вполне уверенно, с однозначными выводами о тех проблемах, которые мы сейчас рассматриваем. Сейчас я расскажу несколько слов о нашей лаборатории. Вернее, наша научная работа по этим аномальным явлениям, нетрадиционной науки, как сейчас принято говорить, мы начали в 1959 году. Сначала на общественных началах, за свой счет, опять в счет своего отпуска. А когда получили первые результаты, нас поддержали на высоком уровне. Вот, например, лично в то время, в 61 году, был президентом Академии наук Союза академик Келдыш. Вот он написал нашему министру письмо с просьбой поддержать наши работы. Когда мы получили первый отчет по Тунгусской проблеме, этот отчет положили на стол академику Сергею Павловичу Королеву. Он так заинтересовался проблемой, что он организовал экспедицию специально от своей организации, вертолет из Москвы туда, прямо из Москвы в эпицентр Тунгусского взрыва на вертолете экспедиция. Она была хорошо оснащена, естественно, и все такое. Далее нас поддерживал академик Константинов, вице-президент Академии наук, и известный всему миру академик Федоров, который участвовал в первой экспедиции в Северный полюс на дрейфующей станции вместе с Папаниным. И многие другие видные ученые. Я к чему это говорю? Говорю к тому, что наши работы проходят на высоком уровне, и именно только поэтому могли быть поддержаны такими видными учеными. Высокий уровень поддержки характеризует и высокую работу. Правильно? На этом можно и закончить информацию о нашей лаборатории. Поэтому я не случайно говорю, без привлечения, что она уникальна и является единственной во всем мире.